прокуратуры с афро телефон модель Huawei редикатен кадру перквизиции корпорали Матушевский Евгений наскуп 6 октябрь сиджилат куштампила 163, deci nu e 83 acolo. Ofițer superior și nu-i scrie numele. Sau scrie, dar nu se înțelege. Se crier, nu știu ce. Nu eram, nu e. Nu știu ce-a priznat și oameni. Te pui. Da. A etva, netva, вообще. Deci poliția a luat anumite probe la dosar, dar altele au rămas, da? Da. Mobila, de exemplu. Нет, мебель мы вообще в другом месте, понимаешь, взяли с гаража. Это забрали. Бабка-то пишет, говорит, я мебель вообще никакую не видел. Она-то бабка не видела. Нет. В общем, да, они все так как стряпали, вот они. Да чем какие зели? Десембата кантюа реценот. Вот и уже во вторник. Готовое дело для. Готовое дело для отправки. Для суда. И, чтобы и прокурор, что мне говорит, и это тебе легче примириться, чем доказать свою невиновность. Шавокат тот аша будет. Тот аша. Прокурора Рудика, шавоката Инга. Яна. Яна. Восафлем мы кому кема, да. Давки можно? Можно. Сейчас я вот. Пожаловался на бельских прокурор, не знаю, там как. Вот, они мне украли телефон мой. Кто украл? Полиция. Полиция, когда вас задержали. И... Полиция украла, да, когда конечно, задержали, конечно. Может, они подняли, они украли. Они да, уйдите, вы радика телефон, спуник и Huawei, да, наунтру и Samsung. Alt телефон, май прост. Вот, ордонанца я месен 3 зели. Toate cu greșeli. Sunteți în calitate de avocat sau cum să înțeleg? Da, nici nu știu cum se cheamă asta. A, păi ca să știți cum se cheamă, trebuie să aveți măcar un procur, un document. Nu, n-am nicio procur, omul acum de față are încredere. Я не верю никого. Так, и что? И уголовное дело, они якобы я украл, но они даже не дали мне. Вы являетесь Матушенко Евгений Юрьевич, да? Матушевский. Матушевский, да. Да. И за полтора дня как это делать? Не было допроса. Всех свидетелей, то, что я просил. Женщина та, откуда а забрать? Ты как хочешь, за полтора дня, чтобы так, опросили всех, полтора... кого ты хочешь? Так, а зачем чем она это там вину ере, так, ну, не вести дело, то это чем? Она это уже прокурор отправила, в суд уже это дело. Дело уже находится в суде? Конечно. Три зели. Și spune că faptul s-a întâmplat cu o lună mai devreme, acolo nu sunt numărate sumele, ia uitați-vă, câte mii au adunat și au ieșit 13.000, dar acolo trebuie să iați vreo 15.000. Tot e greșită. Nu e prea nicto nu. Telefonul. У тебя адвокат есть? Адвокат мне тоже с прокурорши этой говорит, тебе легче, чем свою виновность доказать, тебе легче примириться так с потерпевшим. Так если ты не согласен с таким адвокатом, что ты не взял так себе я не своего ни с кем. Адвоката? Я не согласен ни что с адвокатом. Что не взял на себе адвоката? Так я и с прокурорши не согласен. Или ранкист, домнич, где на инспектората для фалеш, фără мâncare? Так они руди, они... Где они руди, если ты дома бригай, говоришь, батька пыль. Ла фалеш, ты ум я ранкист, домнич, фără мâncare, фără nimic. El a venit să plângă acum pe abuzurile poliției și procuraturii din nord. Ișeți zăvilenii pismele. Da, nu pot scrie. Ale pisat nu mă gă. Că advocatul? Măi, zăvilenii. Cum advocat? Că advocatul și-o napisat zăvilenii. A cat, tu și-o nu umiești pisat? Nu znaști alfabet? Nu. Молодец. Ну, если у вас прокурор не умеет читать и писать, и считать сумму, значит, я тоже не умею. Это еще спорный вопрос. Как спорный? Вот что там, так как? Напишите заявление в письменном виде, с чем вы не согласны, укажите все, как, где, и будет рассматриваться, и тогда будет установлено, прокурорша права или вы правы. А вы считаете, что прокурорша, если не умеет читать? Тем более, и еще одно. Если дело находится в суде, это уже ваше право. Все ваши доказательства рассмотрятся в суде. Так они не дали мне, не дали, чтобы я доказал. Я привел это теперь. Не следователь, не прокурорша. Так подождите, в суде будет рассматриваться дело. Будет заседание суда, где вы будете объяснять, что вот прокурор не сделал то. Пока будет этот суд, они меня закроют уже за другое, и это опять скажут простить. Мне с тюрьмы очень трудно доказать, потому что было уже одно такое, что... Пишите заявление в дачу... письменном виде. Я писать не могу, можете помочь написать? Нет, я не имею права. Так, ну, я аудиенция, я же не бюро для аудиенции. Бюро для аудиенции, ее используют через фак, аж примес плейзерлен скрис, да ее ну амбойс, если вы просите. Юнус нужно авокат. Да кому нужно я скрис? Ла авокат. Ла авокат, оруди, ла повтин. Века есть и дом брега, карелочет. Так хотя бы он и помогает, если вот так закон такой. Повтин.
Ce poftim? Eu să-i scriu omului petiție. Dar eu primesc salariu. Omul a venit cu jalbă, îi se încalcă drepturi fundamentale. Pentru ce mai sunteți procuratură aici? Mă duc să protestez, ia să serve nu comportați-vă. Păi dați ce strigați dumneavoastră la mine? Eu nu strig. Ce mă puneți să fac munca procuraturii? O vine asta omul cu plângeri în birou de audiență. Cum mă laudiați? Asta nu-i munca procuraturii, eu nu trebuie să-i scriu plângeri. Cum mă laudiați acum? Iată, eu audiență. Nu trebuie să-l audiez. Eu îi primesc plângerea scris, noi nu audiem. Dar dumneavoastră sunteți secretară, doamnă, înregistrați numai plătițele. Asta și poșta poate să facă. Nu sunteți procuror. Brega, nu trebuie să-l audiez. Omul a venit în audiență. Cum îl primiți când vine omul în audiență? E ca cu plângerea scris. Pișe pisma, da? Da, cu plângerea scris. Noi primim cererile în scris. El nu are, nu poate scrie. E analfabet. Iată, în așa situație ce faceți? Pentru așa ceva este avocat. El nu are avocat. E bezdomnul, bezdetnul, bezdelnul. Și în cazul când dosarul se află în instanța de judecată, toate pretențiile spune instanța de judecată. El se plânge pe abuzurile poliției, doamne. Pe abuzurile poliției se plânge. Trebuie să începeți urmărire penală. Вот за это. Вот телефон. Ладно, они не умеют читать. Вы же умеете читать. Как появился здесь? И это вообще не знаю, чей телефон. Вдруг этот телефон они взяли там или поменяли, что-то попутали. Они что вам вот так вот вернули? Вот так они и вернули. У меня же нет дома печати. Мои Ремолдова. Напишите нужное заявление в письме. По поводу вот прокурорши. Там... Я не думаю, что она читать не умеет. Этого не было седьмого. Ладно, они здесь ошиблись. Ладно, в Сумахе. Тут полностью во всем они ошиблись. Вот там еще надо проверить, если я еще и в КПЗ полез так был. Без еды, без ничего. Полезские в КПЗ говорят, а так мы ничего с тобой не имеем, и думать я не дам. Хорошо, хоть там был один дежурный, дал кусок хлеба и... Там картошку. Это не тортура, дом, три зили фера манкари. Чирилин скрис, ши экспликации, ши ю и примес плейжере. Да, он протест, чарфи, да, хватим он протест. Да, чарфи, нафиг. А, бон, да ничего, мы генис протестом, хоть прокуратура афла, ка пот са одиез в омуш вербал, дак виник плейжере деспи тортура. Тортура, аппликаты де полиции. Они чтоб за это все не отвечают, знаете, что мне так хорошо сказал? Тортура не миг. Я уйду от республики, остат не манкат, он инспекторат, фалеш, это не тортура. Да, и вот смотрите еще один момент. Я когда... Поэтому не залезет русешти, поэтому требует радукатор. В КПЗ, на фалеш, остат три зели не манкат. Я когда хотел доказать следователю тому невиновность, мне прокурор, знаете, что сказал? Говорит, тебе чем доказать свою невиновность, тебе легче примириться с потерпевшим. Прокуратура. Да. Хади Пиурма. И у меня есть, где есть на флешке запись, где... где потерпевший, я когда разговаривал с потерпевшим, он говорит, что это не он писал, а писали за него милиция, а он расписался. Это все нужно указать. Ну кому мне это указать, если вы не хотите, кому указать мне? Вот я уже указываю следователю, следователь отправляет меня в КПЗ на 72 часа. Я думаю, вернусь обратно к нему, докажу свою невиновность. Возвращаюсь в КПЗ, мне уже у прокурора, прокурор мне говорит, я ей говорю, ладно, тут, я говорю, телефон не тот. Значит, полностью они ошиблись. Чтобы не нести наказание за то, что я сидел эти 72 часа, они взяли в наглую и отправили это дело в суд. Нужно написать заявление в письменном виде. Я писать не могу. Я знаю, мы тоже не пишем заявление. Я не имею права написать за вас заявление. А мне кому уже обратиться? Я вам сказала, к адвокату. Ну, а где мне его взять? Вот этот адвокат мне то же самое говорит, что тебе легче примириться. Ну, другой адвокат. А где его взять? Любой. Ну где? Я же выйду на улицу и скажу. Любой берут адвокат. Я не могу нет, вам денег, дать. И... У меня нет ни денег. Я и так еле до Кишинева добрал. Есть и адвокат с гратуицы. Где их взять? Сейчас я вам скажу адрес. А вы сейчас на данный момент можете мне чем-то помочь? Или ничем? Ничем. Вы напишите заявление в письменном виде, принесете, мы зарегистрируем. А вот с этим, как они украли мой вот телефон. Вот об этом тоже напишите. Обязательно укажите. Мне кажется, так как в прошлый раз у меня поместилось в одну дачу или кого, когда меня закрыли, поместилось 18 стиральных машинок полуавтомат, так и с этим делом. Между наглую закрыли. Как и сейчас.
Сейчас мне надо, может, найти кого-то человека, чтобы написал вам. Найдите. Ну, сейчас я попробую найти кого-нибудь, чтобы кто-то помог мне. Вот, улица Олег Урусо, бесплатный адвокат. А номер телефона, может, как-то видите? Не, у меня номер телефона нет. Dar spuneți-ne, dar cum vă numiți dumneavoastră? Eu sunt procurorul de serviciu. Așa, și cum vă numiți? Bine lucrul, dar cum vă numiți, doamnă? Larisa Movilă, spune. Larisa cum? Larisa Movilă, îmi spune. Movilă, mulțumesc. Asta nu e reclamă? Asta nu e reclamă, asta e calendarul meu. Da, dar e reclamă. Procuratura face reclamă la firme Procuratura Fantom. Face reclamă fix pentru domnul Bregă.